Твои святыни. Твои открытия. Твое здоровье. Твои возможности. Твое спокойствие. Твои мечты. Если, конечно, ты сможешь разгадать загадки этой страны. Это же язычество. Материальное желание бросает монетку через левое плечо. Все, желание сбылось. Это святая земля, материальные желания тут не сбывайтесь, но можно попробовать. В новом познавательном проекте «Утро на Енисее» Израиль – вся соль. Со слов бывалых туристов. В эфире уже с 12 октября.